Давай, 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 давай. Нет! 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 Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джилл, и сегодня мы пойдем вон до той стеночки. А что же нам помешает? А нам помешает гигантское цунами, которое здесь должно появляться. Кстати, есть здесь вот такая вот кнопочка, может, на нее можно вдарить. Пям. О, я нажал на кнопочку, и что происходит? Оооо! Это я вызвал! Нет! Вот она сюда не добралась, но зато все, кто был там, их все... Что? Меня выплюнуло жестко. Все, кто там был, всех выплюнуло. Жесть! Так, кажется, опять, да? Началось, так надо... Не, о, короткое цунами, смотрите. Так, о! О-о-о-о, отлично. Есть, нет, не отлично, почему меня опять выплюнул? Я думал, я добежал до камушка и смог выжить там, смотрите, Господь Всевышний летает. Это Иисус, я понял, вон он пролетел спокойно, без проблем. И все, да? А, нет, не все. Так, и что мне делать, как мне пытаться выжить? Как мне выжить? Да вот этого камня! Надо добежать до вот этого камня. Бегу! Yeah! Нет, меня опять выбило. Ну хорошо, что не до конца. А у меня здоровья не так много. Там Господь все еще летает, видимо. Видимо, ему не справиться против цунами. Тоже никак. Бежим, мы должны добежать до конца. Фух, я забрался до этого камня. И мне нужно искать спасение. Спасение? Так, а я, может, и не буду искать спасение. Я вижу какой-то коин. Забрал коин. А, это 10 поинтов. Вау. Смотрите, можно отсюда пробежать. И если что, можно вот здесь засейвиться, короче. Вот здесь есть домик, где можно переждать. Переждать цунами. Но пока его нет, надо бежать вперед. Нет, я понял. Огромное будет, смотрите, сколько воды ушло. Жесть. Я, короче, пошел сюда. Я не буду рисковать. Во-во-во, пошло. Огромное едет. Жесть, фух. Вроде пережили, да? Ой, там, смотрите. Кого-то похоронили, походу. Так, ну я побежал. О, Иисус. Пролетел дальше. Жесть, ладно, я бегу. Надеюсь, у меня все получится. Там кто-то с лодкой бежит. Я думаю, лодка ему не поможет в случае чего. Хотя бы вот до вот этого камня надо добежать. И все будет хорошо. Так, иду сюда, забираю поинты. Возможно, они пригодятся. Итак, пока нет никакой сирены, да, все нормально. Нормально, вон до туда бы добежать. Смогу, не смогу добежать. Должен суметь, давай. Бежим! Быстрее! И что-то мне не нравится, как будто сейчас уже начнется цунами. Или нет? Нет, я в любом случае уже добегаю, отлично. Во! Вот и началось цунами, смотрите, на лодке. А воды-то нет! Воды нет, он все равно! Воу! Его прям сюда замыло! Тебя вообще переломало, парень. Его вообще жестко переломало. Ну все, цунами прошло, бежим дальше. Бежим дальше, смотрите, здесь еще есть серебряный поинт какой-то. Может быть, еще коины нам дадут? Будет хорошо, если это так. Вот смотрите, здесь есть камень. Камень. Если что, можно около него прятаться. Фух, вот если сейчас цунами начнется, то мы вон обратно все летит, все это пролетать. Давай. Нет! Что? Да ладно, я почти добежал до конца. Меня выбило прям вообще в конец. Что это такое? Так, на. А, ты чё, мне втопился? Чё, давай драться, что ли? Кто кнопку нажмет? Ну-ка, давай, иди сюда, сейчас замес. Пам, еще в топ. О, нас всех успокоил. Жесть. Итак, ну попробуем, давай попробуем еще раз добежать.
Нет, не попробуем, опять воды нет, опять сейчас будет цунами, ну небольшое, но будет. Фух, а вот это что это такое? Это у нас есть копья какие-то, еще что-то, можно себе взять дополнительные копье, да? А зачем оно нам нужно? Оно стоит 399 робуксов, о, это сюда робуксы. Я понял, но мне бы добежать один раз до конца. До конца надо попробовать добежать. Я побежал, короче, Я не могу скорость увеличить, да, потому что у меня тоже не куплен какой-то геймпас. Фух, поэтому побежали, давай. Так, риск. А, вот, смотрите, есть риск, когда у нас может начаться цунами. Итак, ну я вроде добегаю до сюда, так что можно переждать, я думаю, будет волну негодования прямо здесь, в случае чего. Риск увеличивается уже 70%, 80%. О, смотрите, у него есть якорь. Если что, кинет, не уплывет. Итак, я дальше не побегу. Это я 100% говорю. Дальше я не побегу. Пока у нас риск 100% не настанет. Так, все, риск сбросился. Все, риска никакого нет. Значит, бежим дальше. Ой, а сейчас вообще быстро растет. Очень быстро растет. Нет, 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 нет. Так, еще быстрее растет. Смотрите, шанс на цунами еще больше растет. И сейчас, кажется, начнется. Не, не начнется. Давай, 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 я должен успеть добежать. Должен успеть добежать, должен успеть добежать. И фух, пока все нормально. Пока все нормально. Все нормально, нормально, нормально. Если что, я до сюда добежал. Отлично. И никакого цунами пока нет. 100% риск. Так. Дальше бежать, не бежать, я не знаю, блин. Сейчас опять до тут добегу. И нас всех смоет. Надеюсь, что не смоет. Так, подожди. Я очень переживаю. Очень сильно, очень сильно, очень сильно. Потому что я опять почти добрался до конца. И смотрите, как быстро растет у нас шанс. А, цунами, так, так, так. Нет, ну я почти добежал, ну ты чё? Нет! Нет! Прям до самого начала меня сбило. Ну, куда? Куда? Надо было переждать там всё-таки. Сейчас бы я спокойно добежал. Или нет? Нет, не добежал бы. Смотрите, опять у нас резко начинается цунами. Резко начинается. Причем большой... А, я хотел его перепрыгнуть, но у меня ничего не получилось. Фух, но сейчас-то уж точно не будет. Сейчас уж точно не будет ничего. Я побежал. Я побежал. И смогу в этот раз точно добежать. Достаточно далеко смогу добежать. И давай, вперед. Смотрите, много людей пытается добежать. Я тут на байдарке какой-то катится туда. Фух, ну до середины я добегу, и дальше я рисковать точно не буду. Если получится добежать до середины, я там пережду. Я там точно пережду цунами. И, кстати, если вы обратили внимание, то типа один едет, потом второй, третий сразу же подряд. Типа одна большая, а потом маленькая. О, а потолкай меня! Он же может меня потолкать, и я тогда быстро смогу пробраться. И, ну ладно, он уплыл. Так, ничего же не начинается. Что? Опять гигантская. Я не успел же. Я не успел. Ты чё? Кстати, здесь есть магазинчик. Я не могу что-то в нем купить. Или могу? Так, а как мне купить? 80 поинтов. У меня 72. Есть губка даже, да? Итак, короче, 80 поинтов у нас есть вот такая штука. Итак, надо на нее накопить. У меня 72 есть. Если что, мы сейчас можем взять, короче, вот эту вот штуку и на ней прокатиться. Там есть еще лодка, я не знаю, сколько она стоит. Но мне кажется, лодка у нас особо полезна нам не будет. Так, давай забираем поинт. Поинт забрали, все, у меня по чуть-чуть прибавляются поинты. Итак, нет же? А это что у нас? Был Иисус, а это похож на демона. Ну нет! 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 Я спрячусь! Это не помогает, я понял. Это не помогает. Я побежал. А, кстати, давай посмотрим, сколько лодка стоит. Лодка у нас стоит... О, 175. Вау. Итак, вода опять отходит.
потому что опять у нас цунами. Хоп, я его перепрыгнул. Фух. Но это был небольшой цунами. Это был небольшой цунами. Вон опять Господь полетел. Я вижу то, что у него какой-то божественный луч врезается. И он летит на скорости. Ничего себе у него мощная скорость. Я тоже такой скорость хочу. Но пока я побежал. Пока я побежал. И здесь надо нам хотя бы засейвиться. Хотя бы здесь постоим. Если что. Или может все-таки побежать вперед. Может быть, побежать вперед. Пока у нас ничего такого нет. Там кто-то, кстати, ждет. Фух, давай вперед. Вперед, только вперед. Давай, бежим. Мы должны успеть. Половина пути пройдена. Надеюсь, ничего не начнется. Ничего не начнется. Вон, смотрите, тоже кто-то в Господне превращается. Это Иисус. Иисус Всевышний. А, нет. Обознался. Его просто взорвало. Так, дальше бежать, не бежать. Опять на те же грабли наступлю. Я, короче, буду ждать. Я просто подожду здесь. Буду стоять и ждать, пока пройдет огромное цунами. А я знаю, что оно пройдет. И вот когда у нас будет затишье, я спокойно побегу. Вот и оно. А я спрятался. Все, я спрятался, отлично. Отлично. Сейчас у нас еще одно маленькое должно быть, да? Если у нас есть одно маленькое, то я должен суметь добраться хотя бы до камня. До камня вот этого. Нет! Хорошо, что не до самого конца. Фух, и здоровье у меня было. Хорошо. Очень хорошо. Так, бегу сюда. Бегу к камням, если что. Надеюсь, огромный цунами не появится. Так, бежим. Если что, я у камней. Так. Нет. Огромное? Не огромное. Есть. О, я его перепрыгнул. Так, еще что ли? Еще одно малюсько. Малюсько пролетел. Фух. Все, побежал. Побежал. Вперед. Я должен успеть добежать. Ну смотрите, они быстро бегают, блин. Я какой-то черепашка. Я черепашка медленный. Давай. Я хочу знать, что же там нас ждет. Там что-то есть такое интересное. Кого-то там располовинил, я видел. Или что это? А, это коины выплевываются. Отсюда коины выплевываются. А, вот оно что. Итак, я почти добрался до конца. Главное, чтобы сейчас ничего не началось. Давай. Совсем чуть-чуть осталось. Давай. Нет. Я сюда упал. Все, я спасен от огромного цунами, который только что пролетел. Фух, вот это было жестко. Итак, а куда мне идти-то? Я здесь... А, вот же стрелочки для дурачков. Иду сюда и вижу что? Вижу свет в конце тоннеля. И появляюсь здесь. О, мне сколько коинов дали-то. Отлично, я могу даже лодку себе купить. В случае чего... Вон сейчас огромное цунами пролетает. Я так что пережду, наверное, где-нибудь. Вот здесь вот, да? Оп, а я не могу туда попасть. О, я выжил, кстати. Прикольно. Ну, давайте лодку проверим. Ставим лодку. Так, садимся. О, все, на лодке мы проедем это дело быстрее. Надеюсь, что проедем. А пока... Опа, смотрите, прочность лодки есть, оказывается, еще. Вот это да. Это неожиданная, конечно, беда. Но на лодке, смотрите, мы вообще просто вот так вот гребем, нормально. Добираемся до самого конца. На лодке можно быстро добраться. Это тебе не пешочком бежать. На лодке все можно. Давай. Поплыли. Нам ничего не страшно. Нет, страшно. Я передумал.
Я передумал! Уау! Жесть! А где моя лодка? Где моя лодка? Что? Эй, Джуз, а где моя лодка? Куда-то я спрятал! Я просто без лодки, но на лодке! Вот это да! Вот это да! Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам видео понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не болейте, не скучайте. Пока-пока!